Какие розы сегодня! Мраморно розовые, розовые, насыщенные окрасы. Парад GG 226 рублей. Ой, какая красота! Какой красивый цветок. Я не встречала в этом магазине таких мраморных. Обычно просто одноцветные. А это очень красивые мелкие цветы. Очень интересно сформировали фикусы. Здесь по три ветки. Такие очаровательные листья. Смотрите, как сформированы кусты. Они стрижены, чтобы ветвились. А далее по три растения в одном горшке. Цена 3400 Милани. Очень мне понравилось. Надо попробовать сделать так же. Очень интересно смотрится. Подсохли, видимо, верхние листья из-за перепады температуры, освещения и влажности. Очень интересное растение. Нужно взять на вооружение и попробовать сделать. Но, конечно, это не так все быстро. Смотрите, как красиво по кроне смотрится. Несколько молодых побегов на одном растении. Ой, какие милашки. Новые растения появились. Блектрантус 198 рублей. Всего три горшка. Почему-то у них цветовая гамма отличается. То ли от освещения, то ли от разного цвета цветы. Может быть, вот у этого прям обратная сторона темная, темная. Цвета чернослива, наверное. Насыщенные листья. А рядом уже другой цвет листа, и обратная сторона не такая яркая. Возможно, разные окраски цветы, поэтому листья. Или второй вариант. Освещение было разное. Но я не знаю, это растение, надо посмотреть на него. Вот этот очень красивый экземплярчик. Очень красивый лист. И цена-то 198 приемлемая. Синдапсус 425 рублей. Пиктус аргуреус. Интересное очень название. Меня заинтересовал его сосед. Вот с такими великолепными листьями. С интересным рисунком. Более светлого окраса. Больше серебра на нем. И лист намного удлиненнее и крупнее. Посмотрим название. Пиктус требия. 467 рублей. Интересный очень сорт. Очень-очень много светлого серебра. Внизу меня еще заинтересовала хоечка. Вот с такими вот удлиненными крапчатыми листьями сплэшными. 586,5 рублей в миксе. Дорогие хоечки. Но лист очень красивый, утонченный. Много серебряных пятен. Всего два кустика. Есть еще три колорные, но они часто бывают. А вот эти меня вот заинтересовали. Новое поступление, очень красивые. Орхидеечки маленькие. 499,88. Вот такие вот
красоточки. Фаленопсисы, наверное, мультифлорочки. Очень интересный цвет, кирпично-розовый. Я вижу два экземплярчика. А нет, там еще один, три. Но они как бы подсушены уже слегка. 1110 орхидеечка. Очень красивые цветы. Розово-оранжево-кирпичные тона и желтые. Очень красивая орхидея. Все, надеюсь, что ее оценят. Вот такая вот красоточка. Хочу зайти без полиэтилена ее посмотреть, полюбоваться. Может быть, и дождемся оценочки, чтобы она появилась. Очень красивые орхидеи, расписные, красивые, яркие. Вот такая вот тоже сортовая орхидеечка, очень красивая. Очень красивые фаленопсисы сегодня, расписные, с очень интересным рисунком. Два цвета носа, Magic Art 1300. Корни тоже хорошие видно. Очаровательные расписные орхидеечки. Красавица 1300. На два цвета носа. Очень красивые, яркие. Какие яркие сегодня беглибы орхидеи, фаленопсисы. Очень сочные цвета, красивые цветы, очень изящные, свежие растения. 999 рублей. Очаровашечки сочные, яркие. Рядом еще беглибчики. Вот такие вот милашечки. Очень интересная тональность у них. И розовый, и желто-горчичный цвет. Очень красивый цветок. Цена у них 1200 рублей. Оранж. Биглип. Очень красивые орхидеи, как всегда. Ой, какие утонченные красавицы. Совершенно белые. Совсем немного цвета, но как он все меняет. Какая красота. Улыбающиеся глазки с усиками. Смотрите, радостная собачка. Точно собачка. Ой, какая прелесть. Просто белая орхидея, но краски, краски. Посмотрим, какая цена. 1200. Чарлинг панда. Пандочки. Какая красота. Какие изысканные красавицы, утонченные, белые. Немножечко красочки, света в серединке. А уже какой контраст. Очень красиво смотрятся цветы. Казалось бы, совершенно белые, чуть-чуть розового. Ой, какая сегодня красота. Каскад. Комплекс из трех чаш, 5082 рубля, 1,14 м высота, 50 ширина. Такая вот красота.
в одну чашу, наверное, можно ставить 4 горшка. Здесь, видите, такие вот упоры есть. Получается на 12 горшков в трех различных диаметрах. 5000, два цвета. А есть еще вот такие чудесные чаши в один этаж. 1611. Производство Италия. Красивая терракотовая. Мне серо-гранитная нравится. Просто люблю серый цвет в последнее время. Есть еще белые. Чаровашки какие сегодня для цветов. Лилии водные очень красивые. Обожаю их. Розовая. Все за 500 рублей по акции сегодня. Много сегодня очаровательных водных растений для бассейнов. Смотрите, какие милашечки. На них акции. Сегодня они стоят 500 рублей. Ой, какие ирисы красивые, желтые. И еще чернильные ирисы. Есть травка. И это я не знаю, что такое интересное. Пантедерия кандата. Я не знаю, что это такое. И еще черевашки. Милашечки вот такие. На камыши похожи. Маленькие головочки соцветия. Акция сегодня 500 рублей. Лилии, конечно, очаровательные. Много растений водных. Ой, есть же у кого-то бассейны, куда можно посадить. Очень красивые.